Самым младшим из юных спортсменок всего по 5 лет. Старшие достигли 16. В зале спорткомплекса «Лидер» собрались воспитанницы Армавирской школы художественной гимнастики, а также гости из Краснодара и Ставрополья. Соревнования «Маленькие звездочки» квалификационные. Девочки смогут повысить свой спортивный разряд, получить практический опыт. Мы сейчас в первенство края приехали, заняли третье место команды в упорной борьбе. Наши девочки выступали неплохо. И вот как раз вот такие соревнования нам нужны для того, чтобы мы могли просмотреть наших гимнасток, создать команду, смотреть, над чем работать в дальнейшем. Варе Стешиной 6 лет. 3 из них она занимается художественной гимнастикой. Несмотря на юный возраст, у девочки уже сформировался спортивный характер и воля к победе. Мне нравится на гимнастике, потому что тут тренируют, тут всегда все красиво. На соревнованиях можно получать красивые медали и кубки. Я хочу добиться первого места и стать чемпионкой. Соревнования начались с выступлений самых младших спортсменок. Они пока выходят на ковер без предметов. Продолжением турнира станут групповые выступления, а потом в течение 2 дней будут соревноваться более старшие гимнастки. Я думаю, что мы неплохого уровня развития. Конечно, надо стремиться идти дальше. Девочки выполняют разряд кандидатов, мастера спорта, работаем. Победители соревнований получат грамоты и медали. А на следующую ступень спортивного мастерства смогут подняться все участницы. Влада Волошина, Евгений Холманских, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир».